Всем привет! Сейчас мы разберем композицию дуэта Secret Garden с одноименным названием A Song from a Secret Garden. При записи использовала карбоновые струны марки John Hope. Никогда раньше не играл на карбоновых струнах, и вот мне прислали такие на пробу. Струны хорошего качества. На мой взгляд, струны звучат очень звонко, ярко, хорошо держат строй. Для тех, кто заинтересовался, ссылка в описании под видео. Оригинальная тональность до минор. Аранжировка выполнена для удобства в ля миноре, то есть на полтора тона ниже. Поэтому, если хотите сыграть в оригинальной именно тональности, то можете установить каподастер на третий лад и уже считать от него. Мы разбираем в ля миноре. Итак, разделим условно всю композицию на несколько частей, потому что некоторые из них будут повторяться. И разбирать будем по небольшим отрывкам. Итак, начинается первая часть. По аккорду ля минор будет. Можете сразу зажать на втором ладу четвертую струну средним пальцем безымянным. Третью струну тоже на втором ладу. И играем четвертую. Третью, вторую открытую, не отпускаем пальцы, подставляем указательный на первый лад на вторую струну и играем вместе вторую с пятой, повторяем четвертую, третью, снова вторая открытая, теперь можно все отпустить, зажимаем только вторую струну на первом ладу, играем ее вместе с четвертой открытой. Теперь пятая открытая и четвертая, третий лад. Повторяем, подставляем безымянный палец. Дальше указательный остается на первом ладу на второй струне. Безымянным зажимаем шестую струну на третьем. Играем их вместе. Теперь вторая струна, третий лад, без, мизинец подставляем. Вторая открытая. Третья струна, второй лад. Средний палец. И можно безымянный оставить на месте на шестой струне, а на пятую струну на третий лад подставляем мизинец. Играем пятую со второй открытой. Теперь шестая. На третьем тоже получается. И четвертая, второй лад. И открытая, вторая. Давайте этот отрывок повторим медленно. Следующее. Зажимаем указательным на первом ладу шестую струну. Играем ее вместе со второй открытой. Теперь вторая струна, первый лад, средний палец подставляем. Затем безымянным можно второй лад, третья струна. Третья открытая. Теперь третья струна, снова второй лад, средний палец уже можно подставить. И играем ее вместе с четвертой открытой. Пятая открытая. Четвертая, третий лад. Третья открытая. И подставляем аккорд ми мажор. Сначала просто можно зажать на втором ладу безымянным четвертую струну, средним пятую. Играем четвертую с шестой. Теперь пятая. Четвертая. Теперь четвертая струна, четвертый лад мизинцем. Дотягиваемся. И указательный палец, третья струна, первый лад в конце. Давайте этот отрывок повторим. Это
это у нас половина первой части, скажем так. До сюда мы дошли, и эта же часть повторяется с самого начала, абсолютно без изменений, изменится только окончание. То есть на вторую вольту мы перейдем, на второе окончание. То есть повторяем сначала. Здесь мы переходим на аккорд ля минор, зажимаем третью струну на втором ладу, играем ее вместе с пятой. Теперь четвертая, второй лад, снова третья на втором, открытая вторая и вторая струна, первый лад. На аккорде ля минор закончилось. Дальше начинается вторая часть. По сути, это та же самая мелодия будет, только на октаву выше. Играем первую открытую струну, первая струна пятый лад, первая струна седьмой лад, теперь первая струна восьмой лад будет мизинцем и подставляем малое барре на пятый лад, то есть зажимаем три струны, первую, вторую, третью, играем сначала первую с пятой, теперь третья, вторая, барре держим. Зажимаем первую струну на седьмом ладу, безымянный. Все, теперь можно отпустить барре, возвращаем мизинец на первую струну на восьмой лад. Играем ее вместе с четвертой открытой. И подставляем средний палец, седьмой лад, третья струна. И шестой лад, вторая струна. И возвращаемся на третью струну на седьмой лад, ее не отпускали мы. Давайте вот это начало прям пройдем. Буквально. Все, теперь позицию меняем. Зажимаем первую струну на восьмом ладу средним пальцем. Играем ее вместе с третьей открытой. Теперь мизинец, десятый лад, первая струна, седьмой лад, первая струна, указательный, и мизинцем, десятый лад, вторая струна. Дальше средним пальцем зажимаем шестую струну на восьмом ладу и играем, сразу подставляем указательный на первую струну на седьмой лад. И нам понадобится еще мизинец на второй струне на десятом ладу. Его можно сразу не ставить, можно приготовить. То есть сначала играем шестую, восьмой лад и первую, седьмой. Да, вместе. Потом вторая, десятый лад. И возвращаемся на первую струну на седьмой лад. Указательный не отпускали. Но это нужно будет сыграть очень быстро. Таким образом. Дальше третья открытая, вторая открытая. Давайте прямо этот такт проиграем еще раз. Вот таким образом должно прозвучать. Дальше указательный остается на первой струне на седьмом ладу, а средний зажимает пятую струну на восьмом. Играем вместе их. Теперь первая струна восьмой лад, подставляем безымянный. Теперь снова вторая струна десятый лад, мизинец. И вторая струна восьмой лад, безымянный. Все, смещаем указательный на пятый лад, на первую струну. Играем ее вместе с четвертой открытой. Теперь третья струна седьмой лад, безымянный. Вторая струна шестой лад, средний палец. И вторая струна восьмой лад, мизинец. Теперь отпускаем все, играем открытые шестую и первую. Четвертый лад, третья струна указательным. Пятый лад, вторая струна средним.
вторая струна седьмой лад, можно мизинцем, и первая струна на четвертом указательном. Давайте эти полтора такта тоже проиграем. Так получается вот отсюда. Опять же, это половина второй части получилась. Мы до сюда дошли и повторяем ее полностью без изменений. Изменится, опять же, окончание только. Пришли на второе окончание, зажимаем мизинцем, уже меняем позицию, первую струну зажимаем мизинцем на пятом ладу и подставляем барре на второй лад, малое барре от четвертой струны. На втором ладу, значит, играем четвертую, третью, теперь барре отпускаем, играем вторую открытую и вторая струна, первый лад. Вот здесь закончилась вторая часть. Начинается у нас третья часть. Здесь уже другая мелодия будет. Новая. Играем вторую открытую. Вторая, первый лад. Теперь первая струна, третий лад. Зажимаем ее безымянным. И теперь этот безымянный передвигаем на пятый лад. На первую струну сразу подставляем указательный на третий лад, на четвертую. Играем их вместе. Теперь старайтесь не бросать. Подставляем на пятый лад, на третью струну средний палец. Играем ее. Третья струна. И мизинец свободный на шестой лад, на вторую струну. Ее играем и возвращаемся на третью струну. На пятый. Ничего не отпускали мы. Повторяем четвертую на третьем ладу. Вот здесь можно все отпустить, кроме четвертой. Играем, дотягиваемся. Первая струна, седьмой лад. Первая струна, третий лад. И вторая струна, шестой лад. Вот такое сложное достаточно место. Дальше возвращаемся в первую позицию. Зажимаем первую струну на третьем ладу и сразу ее же зажимаем на первом ладу. Первую струну. Играем, значит, шестую с первой. Теперь на легато безымянным зацепляем ее левой руки. Она прозвучала, первая струна на первом ладу. И снова возвращаем на третий лад безымянный. То есть, да, даже можно ударом молоточковым возвратить левой руки. Дальше доигрываем открытые третью. И вторую. Ну, давайте эту фразу проиграем. Так. Бас в конце пятая. Открытая струна прозвучала. Дальше следующая фраза. Также начинается вторая открытая струна. Вторая, первый лад. Первая открытая. Теперь первая открытая вместе с четвертой открытой. И дальше должна быть прозвучать первая струна на первом ладу. Да, только можно ее сыграть не отдельно, да, а также на легато. Вот мы открытые сыграли. Теперь указательным ударить левой руки, за счет этого звук идет. Да? Дальше подставляем. Третья струна, второй лад. Вторая струна, первый лад. Дальше первая струна на первом ладу. Шестая на третьем. Играем их вместе.
Теперь мизинец подставляем. Первая струна, третий лад. Первая открытая. Третья открытая. И на третьем ладу вторая струна. Все, переставляем безымянный. Пятая струна, третий лад. Играем ее вместе с первой открытой. Теперь четвертая, второй лад. Вторая открытая. Возвращаемся на четвертую, второй лад. И в конце третья струна, второй лад. Давайте повторим эту фразу. Вторая половинка третьей части начинается также. Вторая открытая, вторая, первый лад, первая струна, третий лад. Здесь уже мизинцем ее зажимаем. И этот мизинец передвигаем на первую струну, на пятый лад. Также на пятом ладу зажимаем вторую и третью безымянным и средним. И указательным зажимаем на четвертом ладу четвертую струну. Играем вместе четвертую с первой. Теперь третья, вторая, третья. Все, меняем позицию. Указательным пальцем теперь зажимаем на пятом ладу первую струну. Пятую струну на шестом ладу зажимаем средним пальцем. Играем их вместе. Первую и пятую. Теперь безымянный подставляем. Первая струна, седьмой лад. И вторая струна, восьмой лад, мизинец. И вторая струна, седьмой лад, безымянный палец. Тоже место непростое. Все, теперь возвращаемся снова в первую позицию. Зажимаем мизинцем первую струну на третьем ладу. Играем ее вместе с шестой открытой. Четвертая, второй лад. Третья открытая. Вторая открытая. Эту фразу проиграем. Все, следующая фраза. На третьем ладу зажимаем первую струну средним пальцем. Играем ее вместе с пятой открытой. Теперь первая на пятом мизинцем. Первая, первый лад. Первая открытая. Снова первая, первый лад вместе с четвертой открытой. Пятая, четвертая, третий лад. Третья, второй лад. Первая на первом остается в басу, пятая на втором ладу, средним пальцем зажимаем. Теперь первая, третий лад, первая открытая, вторая, третий лад. Теперь пятая на втором остается, с первой открытой играем. Четвертая открытая, третья, второй лад и вторая открытая и шестая открытая. Вот здесь заканчивается у нас третья часть. Давайте вот эту последнюю фразу проиграем. Такая часть получилась. Дальше у нас повторяется вторая часть, то есть первая ее первый раз, как она проигрывалась, то есть один раз повторяется вторая часть без изменений. Назовем эту часть 2А, например, условно, да, то же самое все идет. Thank you.
до сюда дошли. И вторая половина этой части у нас будет на октаву ниже. То есть, как мы играли в самом начале, как мы играли первую часть. Также играем. И вот здесь одна нота добавляется, третья струна, второй лад. Дальше то же самое. Вторая струна, первый лад, шестая, третий. И вот здесь вот это место чуть-чуть изменится. Пятую струну зажимаем на третьем ладу, вторая открытая, и сразу приготовили третью на втором ладу. Играем пятую со второй, потом третья, и возвращаемся на вторую открытую. То есть то же самое украшение, как было, только ниже на октаву. Быстро нужно будет его сыграть. Дальше четвертая струна, второй лад, вторая открытая. И по окончанию то же самое, как было у нас в первой части, второй раз. Шестая, первый лад вместе со второй открытой. И вот сюда мы когда пришли, на ля минор, третья струна, второй лад. И четвертая, второй лад. Третью с пятой играем. Четвертая, третья, вторая открытая. Вторая, первый лад. То есть то, как мы играли первую часть второй раз, с небольшими изменениями в начале. Вот эти украшения добавились. Дальше идет у нас еще одна часть. Она похожая на третью будет. В принципе, то же самое. В начале немножко будут изменения небольшие, опять же. Вторая струна открытая. Вторая, первый лад. Первая, третий лад, также безымянным зажимаем. Также его сдвигаем на пятый лад, сразу зажимаем четвертую на третьем. Играем четвертую с первой на пятом. Подставляем на пятый лад, на третью струну средний также. Мизинец, вторая струна, шестой лад. На третью вернулись. И вот здесь играем вместе, аккорд держим, ничего не отпускаем. Вместе играем четвертую. С первой, ну, можно мизинец убрать. Теперь мизинцем достаем первая струна, седьмой лад. Теперь первая, третий лад. Можно вот здесь барре поставить на третий лад. Так быстрее будет, чем переставлять палец, да? Вот мы сыграли первую на третьем. И на шестом ладу вторая струна, как было. Дальше снова возвращаемся в первую позицию, мизинец. На третьем ладу, на первой струне вместе с шестой открыто играем первую. Четвертая, второй лад. Третья открытая, первая открытая. Дальше вторая струна, первый лад вместе с пятой открытой. Вторая открытая. Вторая, первый лад. И первая открытая. Давайте пройдем это место, все-таки оно изменилось у нас. Дальше первая струна, первый лад вместе с четвертой открытой. Пятая открытая, четвертая, третий лад, третья, второй лад. Вместе первая, первый лад, шестая, третий лад. Первая, третий лад, мизинец подставляем. Первая открытая, третий лад, вторая струна. Теперь пятая, третья вместе с первой открытой. Первая, третья, первая открытая, вторая открытая. И третья струна, второй лад. Давайте здесь тоже пройдем это место. И вот дальше уже будет вторая половина третьей части.
играться так же, как мы играли это первый раз, без изменений. Закончилось у нас повторение третьей части с небольшими изменениями. И дальше повторится серединка, то есть когда мы повторяли вторую часть, то есть 2А, и когда мы повторили кусочек с первой части, 1А, назовем это так. То есть вот эта вот часть. Переходим на окончание, зажимаем на втором ладу так же, как было, третью струну и четвертую, играем третью с пятой, теперь четвертая, снова третья, не отпускали мы, вторая открытая, вторая первый лад, такое место уже было. Теперь добавляем первую открытую, в это время переносим руку вот сюда, в седьмую позицию, указательным зажимаем на седьмом ладу первую струну, средним на восьмом ладу пятую струну. Тоже такое место было уже. Играем пятую с первой. Теперь безымянный подставляем. Первая струна, восьмой лад. Вторая струна, десятый лад, мизинец. Вторая струна, восьмой лад, безымянный. Теперь меняем позицию. Мизинцем сразу зажимаем первую струну на пятом ладу, а указательным четвертую на втором. Играем их вместе. Не отпускаем. Подставляем безымянный четвертый лад, третья струна. Средний, вторая струна, третий лад. И вот здесь можно в конце безымянный подставляем третий лад, первая струна. И конец. Мизинец возвращаем, пятый лад, первая струна. На втором ладу барре. Малая до четвертой струны, играем первую струну вместе с пятой. Теперь четвертая, третья. Теперь можно отпустить барре, вторую открытую играем. И подставляем безымянный на пятый лад, на третью струну в конце. Мизинец старайтесь не отпускать, то есть чтобы аккорд максимально прозвучал у нас. Вот такая аранжировка получилась. Желаю всем успехов, удачи в исполнении и в разучивании. И до новых встреч. Пока!